Всем привет, у меня не совсем хорошие новости для всех зрителей Мамикса, то есть Максима Монахова. Вчера, 7 января, Максим опубликовал пост на своей странице во ВКонтакте. Цитирую текст, который он написал. «Я рад, что я жив, пишу одной рукой. 4 дня назад я вышел из комы. Многое в моей жизни изменится, когда я войду в строй работы и в той же комплектации тела. Пока остается загадкой для всех. У меня есть некие теории, что именно могло произойти. Возможно, в ангаре Мамикса что-то где-то взорвалось, и Максим оказался рядом с этим взрывом. Эта теория более чем вероятна, так как команда Мамикса постоянно проводит различные опасные эксперименты. Профессионалы также подвергаются риску опасности. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях свои теории, что же могло произойти еще, разберемся там. Я лишь хочу сейчас молиться, что с Максимом все будет как раньше, и он дальше сможет радовать нас с его командой своими новыми удивительными экспериментами. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока и удачи!